Конечно, 14 лет – это такой тяжеловатый возраст. Придется как-то в большей степени договариваться. Ну, с духовной стороны, вам дам совет. Молиться перед гоном Божьей Матери прибавления ума. И для себя, чтобы с духовной стороны все-таки правильно поступить и для него. А с практически есть хороший другой совет. Что делать с этими компьютерными играми? Если он так прям сидит в них. Знаете, когда мы играемся, развлекаемся, это забавно. А когда мы это начинаем делать на профессиональном уровне с целью зарабатывать денег, нужно трудиться, тренироваться и тому подобное. Я знаю, что всякие турниры проходят. Переведите это в русло работы. И вы увидите, что по большому счету он никак не захочет сидеть и играться.